Гимназия номер 16 «Интерес» вошла в число флагманских школ Московской области. Также по итогам прошлого учебного года она заняла 20-е место в топ-100 лучших школ региона. С высокими достижениями коллектив гимназии поздравил глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Проект «Флагманские школы» запустили в Московской области 1 сентября этого года по поручению губернатора Андрея Воробьева. В 54 муниципалитетах определились школы-лидеры, которые стали главными местными центрами образования. В городском округе Люберцы этого высокого звания удостоилась 16-я гимназия. Это очень большая ответственность. С одной стороны, это приятно, а с другой стороны, мы понимаем, что мы теперь весь свой потенциал, весь свой опыт должны отдать другим школам не только Люберец, но и Московской области. Коллективу флагманской школы есть чем поделиться с коллегами. 16-я гимназия занимает лидирующие позиции по многим показателям. Это и результаты ЕГЭ, и уровень подготовки педагогов, и количество детей, набравших 220 и более баллов на едином государственном экзамене, и развитая материально-техническая база. Вы у нас некий ориентир, вы на острию, каких-то новых технологий в образовании. Я искренне хотел бы пожелать Ирина Валерьевна в этом плане сохраниться, потому что здесь за последние 3-4 года вы в таком скачкообразном движении. Теперь, имея статус флагманской школы, Люберецкая гимназия войдет в ряд региональных проектов. Один из них – «Умные каникулы». В июне 2022 года в «Интересе» будут организованы образовательные интенсивы для школьников. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.